пришлось ему на печи лежать снова. Отправились Алёша и Добрыня мстить забраться. Да тоже мне споткнулись, да шеи себе переломали. Ах ты ж собака смрадная! Отправили они коня Юрия с князем киевским мстить. Те до пней дошли и вырвали их с корнями. А под пнями-то диво дивное. Под одним залежи нефти, под вторым источник газа природного, а под третьим уголь. С тех пор на Руси стало жить богато, но только князь батюшки. Три богатыря и три богатых пня. Задумались жены богатырей наших славных о потомстве. Пора бы уже и детишек заводить, часики-то тикают. Да и что за жизнь такая семейная, без секса-то? Вечно мужья то с басурманами воюют, то футболом под пиво смакуют. Алёшенька, а давай ребёночка запузырим? Бабушка, ну как же ты не поймёшь? Я тебе никогда не дам, И поняла ли бабушка, не нужны ей дети. Мне ведь ребёночек несмышлённый и так уже есть. Три богатыря, детские годы. Повстречали как-то богатыри героев другой франшизы студии «Мельница» — семейство Барбоскиных. Ах ты ж собака смрадная! Много золота в кино собрали на бесплатном кроссовере. Благодать! Три богатыря — неожиданный кроссовер. Три богатыря в открытом космосе. Похитили как-то раз Тихона инопланетяне треклятые. Эй, гадюки иноземные, спустите меня на землю! Оба же над ним ставили, секреты богатырей выпытывали. Землю-матушку захватить удумали. То вызвались богатыри лететь на Змей Горынычев в космос жизни, забороздать по щам буянам окаянным. Там и перебили всех тварей зеленых. Да только вспомнили потом, что в космосе дышать нечем. Воздуха в груди богатырской только на пару часов хватило. Пришлось Тихону искусственное дыхание всем делать. Да мотивость на героев за спасение целовать. Тебя лес попутал? Куда целоваться лежит, педераст проклятый? Три богатыря и орущий пенсионер. Три богатыря и три богатыря. Отправились как-то три богатыря на дело родное. Идут они себе, идут, шествуют, значит, и видят еще трех богатырей, которые тоже идут на дело родное. И у каждого по своему сольнику, и у каждого свой орджин. А значит, теперь целых шесть богатырей. А значит, в два раза больше фильмов, и, соответственно, больше золота, больше историй сказочных, и вообще несколько баз вселенной богатырей, битва с Таносом за меч планет бесконечности, а потом еще и ремейки, и вообще мельница, давай не тормози там, пока люди там.